Приветствуем вас на канале «Жизнь рядом». Если вам понравится эта история, не забудьте поделиться ею и нажать лайк, это нам очень поможет. Мимо этого грязного и худого котенка люди проходили, не останавливаясь, хоть он и пытался просить помощи, путаясь в ногах у прохожих. Анна Егорова из Самары не смогла оставить его одного и решила найти ему дом. Малютка почти ничего не видел, у него были больные глаза из-за опасной инфекции. Если ее не лечить, котенок просто ослепнет. Нюша, так назвали малышку, почти не сопротивлялась лечению, не было сил на это. Большую часть времени она просто спала, а когда ее гладили, мурлыкала. Вскоре Нюша стала уже гораздо лучше. Она начала играть и вести себя более активно. Кошечка прибавила в весе и уже не выглядела так замучена. Вскоре она настолько оправилась после болезни, что даже начала играться с другими котами. Под Новый год Нюша обрела свой дом и семью. Полностью здоровая и ласковая, она стала домочадцем Татьяны. Нюша была уже не крошечным тощим котенком, а красивым и игривым подростком, который любил внимание и бешеные погони по квартире с другими котами. Вот такие красивые кошки вырастают из маленьких голодных котят на улице. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.